сейчас получил отказ от ОФПРА, ну, от тех, кто дает или не дает убежище здесь во Франции. Пока еще немножечко светло, запишу видео, хотя уже темно, но фонарик неохота доставать. Ну ладно, пусть хоть как бы немножечко со звуком, да, пойду погуляю туда на мою дорожку. Только что пришел, я вот за продуктами отходил, еще не разложился, с фонариком и сфотографирую потом. Да, сегодня я в библиотеку не иду, не заряжаю сегодня. Заряжаться придется от печки Биолайт. Ну, я когда был в Офре, им сказал, что я думаю, что будет отказ. На рекур я подавать не буду, поскольку я устал. Я устал. Три года я... Скоро будет... Да, три года я вот... Четыре года скоро будет, я в палатке живу. Четвертая зима. Я просто устал. Я, в конце концов... к людям, ищу людей, чтобы они оказали мне помощь, чтобы они дали мне небольшой угол на время, чтобы... Я же всю жизнь работал, трудоголик. И вот 4 года какой-то непонятный театр. Для чего они его устраивают? Гитлер, мне кажется, был как-то почестнее, он просто уничтожал людей и все, ненужных. А они просто столь долго издеваются над людьми. Ну, я вот им сказал, что я думаю, что будет отказ. Поэтому я, скорее всего, буду готовиться в том, как мне уйти из жизни. Вот я уже нашел это место там, где минеральных источников много, гора. Вот. И я так и думал уйти. Я же думал уйти где-то сразу после опыта. Но потом просто то одно, то другое. И мне пообещали пособие в начале октября. И оно должно уже... В начале ноября 100% мне быть возвращено. Эти деньги предназначались не для меня, поскольку у меня, в принципе, ничего нет, я все отдаю. Я всегда все отдаю, 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 все я отдал в жизни. И эти деньги предназначались для детей, и я не мог уйти, пока не получил бы эти деньги, чтобы эта семья была уверена, что у них будут деньги на адвоката, у них нет денег на адвоката, потому что все может быть. Так что ради себя я бы не боролся. Для меня это был смертельный приговор, потому что это унизительно. Когда я попал во Францию, я пошел сразу к врачам, к психиатрам. Я вообще сразу иду к ним. Вот у меня такая проблема будет. Меня будут мучить этой мисофонией, этими людьми, шумовиками. Не специально, потому что большинство беженцев, они такие есть люмпины. Вот. В Австрии пошли мне навстречу, меня поселили даже одного, хотя это не нужно было. В Польше я жил с людьми, там ничего такого страшного не было. Потому что с утра до вечера я был в библиотеке каждый день. Ну и вот пришел мне из ОФПРы отказ. И там все мои новые диагнозы туда были посланы ОФИ. То есть ОФИ постаралась, чтобы был отказ. И ОФИ на базе врачей. Оно все цепочка, это машина. Тут все взаимосвязаны. Врачи, которые ставят фальшивые диагнозы, вот, и все они узнают у меня, когда тебе там, как у тебя процесс, когда типа меня вышлют, то есть что со мной делать, если меня не будут высылать, то они будут лечить меня, если меня будут высылать, они будут ставить мне фальшивые диагнозы, зачем они это спрашивают, ты врач, ты лечи, ты не спрашивай, нет, им это важно знать, это целиком определяет их поведение. Ну, почему я даже не расстроенный? Я, честно говоря, даже не расстроенный, поскольку я сразу, еще до ОФПРы, я решил, что меня вышлют, поскольку я другого не видел. Я видел только беззаконие. И поэтому я просто знал, что будет. И я знаю, что будет дальше. Я буду до смерти бороться с ними. До своей смерти, как могу. Только так их можно перебороть. Вот. Они, опять же, ничего персонального у них ко мне нет. Нет, просто я такой ослабленный, так сказать, человек, который сам попадет и покончит с собой. А почему бы мне не подтолкнуть? Ну, я же сам сказал, что уйду, если будет отказ, уйду и умру. Даже не если будет отказ, я сказал, что он будет отказ, что я в это верю, как в закон природы. Так вот, я не расстроился потому, что, в принципе-то, я уже даже не стал надеяться на этот отказ. Я стал морально готовиться к тому, что я буду делать после отказа. Несколько дней назад я принял решение бороться. Опять же, почему? Потому что они меня обманули и пособием. Они вообще меня много раз обманули. Много раз обманули. Там и фальшивые бумажки подделаны. Вот степень этого, не то чтобы, так сказать,
какие-то единичные случаи обманов. Это всеобщий обман. Всеобщий обман. Естественно, у них все это же не заканчивается на всеобщем обмане внизу. Это же все в итоге там формируется как бы в общую обманную картину. Это политика. Политика сведомо людей. А то, что там вот этот, кстати, вот этот террорист в Страсбурге, да, я уверен, что это бывший беженец, над которым долго издевались. И, видимо, надломили так его душу, что вот он решил так поступить. Я уверен в этом. Это никакой не нанятый никто. Это просто он захотел отомстить. И они получили это, потому что они не исполняют закон Божий. Пусть пришелец живет здесь по таким же законам, как и коренной житель. Они эти законы сами себе установили и сами их нарушают. Свои же законы. Даже не Божьи, которые не писаны. Свои же законы нарушают даже. Ну, а ложь это и есть закон уже Божий, они нарушают. Ну, так что, что я могу сказать? Я не жду от них ничего. Это говно. Все это говно. Что можно ждать от говна? Как можно расстраиваться из-за говна? Вот, они мне по закону должны эти деньги. Эти деньги мне нужны, чтобы защитить детей. Я буду биться до конца. Вот и все. Холод, не холод. Буду делать все, что я могу. Ну, а эти многочисленные макакоиды, я, конечно, на ютубе опубликую, я, конечно же, вывешу все это. И вот евротуристочка.клуб. Ну, вот я недавно услышал такое исследование ученых, что на втором клике аудитория в два раза редеет. То есть, быдло, оно не заходит. Даже вот кликнуть лишний раз ссылку, оно не заходит. Вот я, например, Геннадьевскую Библию искал, ну, несколько лет. Я там часы, не знаю, десятки, может быть, часов потратил, чтобы ее попытаться найти, чтобы ее включить в свои исследования. То есть я не быдло, это точно. И поэтому, ну, мне быдло и не понять. Я точно знаю, что поскольку видео темное, то его не досмотрят даже до конца. Это я знаю. Ну, аудитория поредеет раз в 10. Поэтому и слава Богу, Богу, что я не привлекаю интереса быдла. Но макакоиды, они помакакируют, я думаю. И вот они такие же, как макакировали, когда распинали Христа. Не потому, что там, если исторически, то пусть это будет там рядовая фигура Христос. Ну, не рядовая, в смысле, пусть это будет не что-то там, не чудо какое-то, а пусть это будет обычный человек, да? Но это были такие же макакоиды, все равно, даже если это была обычная история. Так что, к кому я обращаю свое видео, я думаю, что я просто живу. Я просто живу, и все. И так, кстати, общаюсь сам с собой. А вы, ну, поскольку тут эти рядом тут макакируете, ну, макакируете, а что я могу запретить, да? Я не могу запретить. Вот вокруг птички летают, что я им запрещу? Там микробы вот вокруг там лазают, там, не знаю, всякие там ежики, белки. Что я могу им запретить? Ну, и быдлу не могу запретить быть, не могу.